Всем привет! Меня зовут Лена, и я рада вас приветствовать на своем канале. Девчонки, вы мне задаете вопросы частенько. Лен, ну вот как тебе удалось так похудеть на 50 килограммов и вот в таком состоянии у тебя кожа? Ну, я вам хочу сказать, что, девчонки, ну кожа лица, кожа рук, бедер, живота, ног желает лучшего. Но она могла бы быть намного хуже, если бы я для этого ничего не делала. Ну и вот сегодня я вам хочу рассказать и показать, что я делаю с лицом. Это одна из тех процедур, которые я делаю и делала до похудения. Я ходила к косметологу на массаж, ну а во время похудения это более часто я начала делать. Сначала ходила 2 раза в неделю, ну финансово там немножечко мне не позволяло, то перешла на 1 раз в неделю. Вот такого рода массаж мне делает косметолог. Дома самостоятельно я еще делаю всякие масочки. Есть очень хорошая питательная маска «Малыш». Я тоже на своем канале показывала. Берете смесь, по-моему, 3-4 ложечки, там мерные есть. Разбавлять водичкой, наносить на лицо. И вот таким образом я питаю свою кожу. Есть маски магазинные я покупала. Есть маска «Белок яйца» тоже туда намазывала, чтобы хоть как-то подтянуть. И есть, конечно же, всякие народные, да, средства. Вот сейчас лето еще практически уже заканчивается. И огурчик, и помидорчик, и клубничка, и чего только не было на этом фейсе лица. Но основной акцент я делала на поход к косметологу. Вот у нас такой массаж стоит 350 гривен. Длится он около часа. Здесь еще как бонус от моего косметолога идет, хотела так быстро сказать, массаж скребком гуаша. Вы там дальше это все увидите. Ну вот как бы сейчас немножко, как проходит вообще массаж. Делается сначала шейно-воротниковая зона декольте, ну и потом, собственно, самого лица. Ну, что я вам буду рассказывать? Смотрите. Thank you.
Вышла после массажа, я думаю, факт на лицо девчонки. Да, немножечко такая розовенькая, но вот даже овал лица подтягивается на массаже. Так что рекомендую.